Здравствуйте, уважаемые телезрители. На АТВ программа «Танец Орла». В студии для вас работает Владимир Манчиков. Как обычно, по вторникам мои юные коллеги и я приготовили для вас свежие новости из мира бурятского и не только спорта. Поехали! Из Селенги в Бурятию главный футбольный клуб республики пережил тяжелый процесс переименования и смены руководства. Несмотря на столь быстрые внезапные перемены, команда уже готова к новому сезону. Основной костяк, это 80% игроков, перевели из расформированной Селенги. Центральный стадион также готов принять все игры предстоящего кубка и первенства среди сибирских команд. Единственной проблемой остаются финансы. По тем деньгам, реально мы сметы составляли, нам для того, чтобы просто выехать, просто отыграть и пожить, как говорится, нам необходимо в районе 4,5 миллионов. Это не говорится о том, не учитывается еще аренда стадиона, не учитывается приобретение экипировки и не учитывается взнос за участие в первенстве в районе 200 тысяч. То есть этих денег они в бюджете не заложены. Ну и не заложено премирование игроков. Сейчас речь идет о привлечении частных спонсоров в клуб, поскольку 2 миллионов рублей, заложенных Министерством спорта, увы, не хватает на затяжной календарь. График игр расписан начиная с апреля и до конца сентября этого года. Первые матчи стартуют уже на этой неделе, 22 апреля, в рамках Кубка Сибири. Ждем всех на центральном стадионе. Вход бесплатный. Бронза Сибири. Спортсменки из Бурятии успешно выступили на финале турнира «Мини-футбол в ВУЗы» на этапе Сибирского федерального округа. В этом году республику представляла команда Бурятского государственного университета. Девушки БГУ впервые одержали победу на республиканском турнире, обыграв в финале сборную технологического университета. На этапе Сибирского федерального округа в борьбе за третье место нашим спортсменкам противостояла команда из Томска. Девушки из Бурятии справились с соперницами со счетом 3-0. Отметим, автор всех голов — Кристина Сафонова. Не ударили в грязь лицом наши боксеры. Спортсменки Бурятии завоевали 2 серебра чемпионата России, который завершился недавно в Московской области. Дарима Сандакова дошла до финала в весовой категории до 75 килограммов, где, к сожалению, уступила Ярославе Якушиной. Тем не менее, со вторым результатом Сандакова вошла в основной состав сборной России. Еще одно серебро завоевала Наталья Шадрина. Она успешно выступила в весовой категории до 60 килограммов. В Улан-Удэ прошел 26-й чемпионат Бурятии на призы Василия Шабаева. Легенда бурятского бокса Василий Александрович за свою карьеру выходил на ринг более 150 раз, и 110 боев увенчались победой Шабаева. Кто же вышел на ринг в этот раз, расскажем далее. Василий Шабаев – настоящая легенда бурятского бокса. Десятикратный чемпион Бурятии, двукратный серебряный призер чемпионата Сибири и Дальнего Востока и член сборной СССР. Он всегда лично присутствует на всех поединках и с интересом наблюдает за молодыми спортсменами. Такие бои напоминают ему о былых заслугах. 10 раз подряд выигрывал первенство Бурятии. Никто мне не мог, потому что сойдемся, все первый, второй раунд. В третьем раунде они задыхаются, а я как будто снова готов. Вдохновленные его успехом, многие люди пришли в бокс. В честь такого легендарного человека и организовали республиканский чемпионат. Поучаствовать в соревнованиях пришло около 80 молодых боксеров, и каждый из них намерен стать следующим чемпионом. Молодые парни у нас, очень надежные парни есть. Также есть у нас победитель первенства России школьников 13-14 годов. Это Амгалан Циренов. По мужикам я назвал фамилии, Сагалую Батора. Потом, еще очень много ребят есть. Кушаташвили. Соревнования проходили во всех весовых категориях, от суперлегкого до тяжеловесов. Бои были очень напряженными. Ярые болельщики не могли сдержать эмоции. Все бойцы не просто любители, а настоящие профессионалы своего дела. Каждая победа давалась совсем нелегко. Бокс для сильнейших, наверное, не для слабаков. Но нужно учиться перетерпеть боль, которую на ринге доставляют тебе. А так, в целом, главное – воля к победе, и больше ничего не надо. Чемпионат длился 3 дня, с 5 по 8 апреля. Каждого победителя наградили грамотами и призами. Чингис Ачиров, Юрий Шабаганов, АТВ.
Лук – один из самых главных атрибутов в жизни кочевника. Подобно своим предкам, наши спортсмены отправились за пределы своей малой родины и вернулись с трофеями с чемпионата России. Мало того, умудрились поставить два новых рекорда страны. Ради этого Бальжанимец Ренипилову даже пришлось побить свое же прошлогоднее достижение. А сегодня прошла пресс-конференция, где спортсмены поделились своими впечатлениями с чемпионата. Подробности далее. Чемпионат России по стрельбе из лука прошел в городе Алушта, Республики Крым. В нем приняли участие 247 спортсменов из 29 регионов страны. Наши лучники показали на нем лучшие результаты. В командном миксе стреляли у нас Бальжанимац Ренипилов, Влеева Наталья. По квалификации они занимали первое место. Также в пулях, которые были спарринги, также они завоевали первое место, обыграв Свердловскую команду со Свердловской области, Попову Виталия, Перову Ксению. Третье место Забайкальский край завоевал Базажапов, Галсам, Дашадаржиев, Туян. Команда Свердловской области. Вы понимаете, что это сильнейшая команда, вышла на нас в финале, но мы знали, что это достойные наши соперники, и поэтому все усилия приложили, и ребята достойно отстрелялись и заняли первое место. Бурятию представили 27 спортсменов. Наталья Ерденеева установила новый рекорд России среди женщин в классическом луке. А Бальжанимац Ренипилов, призер чемпионатов Европы и мира, побил свой предыдущий рекорд, набрав 347 очков из 360 на дистанции 50 метров. На пресс-конференции рекордсмен рассказал о перспективах мужской сборной и неправильном подходе к обучению спортсменов. Перспективы мужской сборной. Если правильно готовить спортсменов, то легко можно попасть всей командой на Олимпийские игры, потому что сейчас достаточно хорошие спортсмены есть, но вот эта методика не позволяет им развиваться, так скажем. Спортсмен также пояснил, почему он считает школу стрельбы из лука недостаточно сильной. На Олимпийские игры попасть, что буквально на чемпионате мира занять надо с 28-го, вот троим человеком, с 29 по 32 место. Ты тогда будешь участвовать на Олимпийских играх. А у нас даже этого не могут сделать. Также на конференции упомянули о проекте нового лукодрома. Определено даже местоположение будущего комплекса на пересечении улиц Жердева и проспекта Строителей. Для его строительства готовы выделить 200 миллионов рублей. Тем временем спортсмены настраиваются на новые состязания. Следующая цель Бальжанимыца Ренипилова – завоевать золотые медали на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Чингис Ачиров, Юрий Шабаганов, АТВ. В технологическом университете состоялся турнир по баскетболу памяти Виктора Александровича Вампилова, первого заведующего спортивной кафедрой. В этом году турнир стал международный. Количество участников пополнилось командами из Монголии. Ошибаться нельзя, ведь каждая твоя оплошность подталкивает противника к победе. Игры получились очень напряженными, и команды боролись на равных, не давая болельщикам расслабиться. Ну, во-первых, это наши мальчики из нашего города. Мы их очень любим, и поэтому решили за них прийти поболеть. Они тоже за нас ходят болеть. Как сама игра? Сама игра насыщенная такая, прям интересная, захватывающая. Они уверены, что они выиграют. Да, мы верим в своих мальчиков. Очень хорошая игра. Мне нравится. А вот почему решили прийти посмотреть? Потому что мы играем за Сгуто, женская команда. Ну, очень серьезный соперник, интересно. Как вообще оцените эту игру? Чемпион. Турнир посвящен памяти Виктора Вампилова, профессора, спортсмена и тренера, который более 50 лет назад возглавил первую спортивную кафедру технологического университета. 20-й раз мы проводим. При нем, когда он был живой, мы проводили 9 раз на призы его. А сейчас 11 раз памяти, который возглавил эту кафедру в 1962 году и работал заведующий кафедрой. Одной из многочисленных кафедр университета. 20 лет создал материально-техническую базу для развития спорта, занятий физической культуры.
Соревнования прошли среди 10 команд, из них 6 мужских и 4 женских. В этом году в турнире дебютировала команда из Монголии. Кроме нее традиционно участвовали и другие наши соседи, спортсмены из Ангарска и Читы. Ну, отличный турнир, то есть, собственно, команды бьются, игры очко в очко. То есть интересно смотреть, то есть интересно участвовать. То есть все команды, собственно, ну, хотят победы, бьются, выкладываются за всех сил. Но турнир прибавляет каждый год. Ну, бывают, конечно, спады, там какие-то моменты, что не доезжают команды. Но в этом году он приобрел статус международного, это здорово. Чемпионат длился 4 дня с 10 по 14 апреля. Победители турнира получили ценные призы и грамоты. Чингис Ачиров, Юрий Шабаганов, АТВ. И сегодня мы чуть-чуть подробнее поговорим о баскетболе. И, собственно, ради этого мы пригласили в нашу студию исполнительного директора Федерации баскетбола Республики Бурятия Евгения Сергеевича Загибалова. Здравствуй, Женя. Вот прошло, буквально на днях закончилось очень знаковое событие для баскетбольного мира нашей республики. Это турнир памяти Виктора Александровича Вампилова, который проводился, по-моему, в этом году уже в 30-й раз, если я не помню. В 20-й раз. Как он прошел, я знаю, что он приобрел в этом году статус международного. Да, это был действительно 20-й юбилейный турнир памяти Виктора Александровича Вампилова. Стал он, приобрел статус международного, потому что мы плотно начали сотрудничать с монгольскими федерациями. У них две федерации баскетбола, и вот они мы их приглашать начали. Мужская и женская или нет? Почему где-то? У них вот так две федерации, они между собой. Ну, у нас нам нечего смеяться, у нас тут тоже по две федерации во многих видах спорта. Поэтому мы завязали с ними хорошо, плотно приезжал сюда генеральный секретарь одной из федераций, ну, видимо, это основной федерации, Тулга. Мы с ним хорошо побеседовали где-то около часа, ну, это было месяца два назад. И вот он, как обещал, отправил на турнир две мужских и две женских команды. Но я сразу отмечу, что это были студенческие команды, не самые сильные. Не самые сильные. Но, по-моему, сейчас в Монголии баскетбол спорт номер один, да, на мой взгляд. Да, в Монголии давно идет баскетбольный бум, и команды хорошие, вот что... И показал наш турнир, очень хорошие игры были, просто среди мужских команд вообще там разница в счете максимальная, по-моему, была 12-13 очков, остальное все 2-3 очка, 5-6. Везде битвы. То есть битва была, да. И дети, помнишь, да, на предновогодний турнир на рождественский приезжали на... Вот мы тогда, да. Да, ребятишки, тогда, какой класс они показывают. Тоже обыграли вообще не только наши команды, а и все сибирские команды. Но помимо монгольских команд у нас участвовали команды и женские, и мужские, Щиты, Ангарска, Иркутска. Ангарск представлял, да, Иркутскую область и по две наши команды. А как закончился турнир, какие результаты? И вот, наверняка, я уже сказал, что да, среди мужских команд очень интересная была борьба. Очень интересно проходили игры, всем болельщикам всем понравилось. И самим участникам понравилось, что такие игры. И получилось так, что без поражений прошли турнир только команда «Взгуту», в кавычках «People's Park». Они без поражений прошли турнир, а остальные команды «Лара», которая заняла второе место, и команда баскетбольного клуба «Чита», которая стала третьей, а потом уже вот две монгольские команды, четвертое и пятое место заняли. Ну, еще одна читинская команда, там шестое. Но пришлось считать разницу между тремя командами. Даже так? Да, разницу мячей? Да, да. Ничего потому себе. Что все три команды, вот Лара, БК Чита и Монголия, закончили турнир с тремя победами и с двумя поражениями. Но только по разнице мячей. На второе место вышла Лара, и третьими стали баскетбольный клуб Чита. У женских команд как все это? У женских команд там, конечно, монгольские девушки никому не оставили никаких шансов. Нашим. Ну, нашим, не только нашим. Ну, я говорю российским. Российским, да, командам. Они выиграли там с большим преимуществом. Первое место заняла там команда университета Улан-Баторского, и второе тоже какого-то института или университета. Ну, в общем, мы их называли первая, вторая. Вот первая монгольская заняла первое место, вторая команда второе место. Третьими стали ангарчанки. А наши девчонки как сыграли? Ну, то есть в тройку, понятно, не попали, но да, мастерство-то растет.
у наших? Ну, более-менее так, да, собрали команды, и команда СГУТУ выступила, и команда БГУ. Ну, да, более-менее так они смотрелись на уровне, и какие-то игры даже там, ну, интересные были игры, и у женщин были интересные. Тоже пришлось вот до последнего момента, ангарские девушки заранее взяли билеты на поезд, и поэтому мы им отослали все призовые только позже. То есть они не дождались парада награждения, и тоже пришлось там считать очки. Ну, тоже интересно. Ну, интересно, да. Схватки, говорят. Интересные матчи. А Жень, сейчас буквально в эти дни проходит финал КСБаски, школьно-баскетбольной лиги России, который проходит, ну, понятное дело, в Перми, да, потому что пермяки основные инициаторы, организаторы этого турнира, вот теперь уже международный масштаб, который приобрел, в который участвуют там сотни тысяч ребятишек. Наши парни из 32-й школы сейчас играют за первое место в группе. А вот на твой взгляд, какие шансы у команды Сергея Аканина и вообще 32-й школы вообще на... Мы все говорили, мы с тобой здесь в этой студии говорили о том, что парни должны вообще выигрывать. Да. А КСБаскет и ехать на финал четырех в Турцию, по-моему, или куда там, где он там будет проходить. Уже, как да, путевка, приз, главный да. приз. Как вот, на твой взгляд, смогут психологически вот этот барьер парни преодолеть, ну, наши? Я надеюсь, потому что они, по крайней мере, вот сейчас они играют третью игру в группе, а две игры они выиграли с хорошим преимуществом, там около 30 очков, поэтому они уже в четвертьфинале. И я еще уточню, что это проходит суперфинал чемпионата школьной баскетбольной лиги КСБаскет. Да. Он у них по регламенту называется не первенство никакое, да. а чемпионат. Чемпионат, да. Поэтому понятно. У наших парней есть все шансы стать чемпионами России. И, соответственно, и получить звание за... Ну да, это... кандидатов в мастера спорта, призеры, даже за первые три места предусмотрено звание. Ну, то есть есть за что бороться, в том, да, числе, есть в том числе и за это. И за звание, и за путевку на финал четырех Евролиги. Поэтому мы надеемся, что наши ребята не подкачают и пройдут все этот турнир. Я посмотрел просто по результатам, там по команды-то оценивать как-то, ну, сложно, силу команд. А там Нижневартовск, Казань и команда Москвы, и наша, естественно. Вот, на мой взгляд, по результатам первым, вот этих четырех четыре команд. Команды, да, можно прогнозировать, что они, наверное, в полуфинале будут между собой там как-то играть. Ну, отлично, будем болеть за наших парней, естественно. Спасибо большое, Жень, за участие в программе. Баскетбол жив и будет жить. И будет жить. Спасибо. Вам спасибо. Школьника заставили бегать по грязи да по канавам. В Улан-Удэ прошло первенство по легкой атлетике среди учеников 44 школ города. Как это было, смотрите в следующем сюжете. Вы только взгляните на них, аж пятки блестят. И так каждую весну. Около 40 лет подряд школьников из Улан-Удэ собирают в одно место, а после начинают вычислять самых быстрых. Дистанция забега 1 километр для юношей, 0,5 километра для девушек. В данных соревнованиях участвуют юноши и девушки, представители 44 школ города Улан-Удэ. Девушки бегут дистанцию 500 метров, юноши бегут дистанцию 1000 метров. Я участвовал, это было еще не занимался, но эти соревнования-то проводились где-то в районе интерната 22-го, это было в далеких 70-х годах. Где сейчас у Дацана есть, он где-то там. Первенство города стараются проводить на Богородском острове. По словам организаторов, здесь всегда достаточно ветрено. Вдобавок и сама трасса своеобразная, то есть максимально приближена к природным условиям. На то оно и первенство города среди школьников, а не какой-то там легкоатлетический забег. Мне нравится здесь бегать, потому что трасса довольно сложная. Где-то ямы, где-то песок. Бегаю я тут уже в третий раз. Ну, ничего вроде... Нормально получается. Львиная доля участников – это старшеклассники, хоть организаторы не ставили никаких возрастных ограничений. Выбор бегунов исходил исключительно из спортивных соображений, необходимы хорошие показатели. А в качестве бегунов выступали как спортсмены-легкоатлеты, так и любители. Просто занимаюсь легкоатлетикой, мне нравится этот спорт. Да и так, лучше, я думаю, с пользой провести себе, чем дома сидеть. Не, ну победить, конечно, вряд ли, я как бы не легкой атлетикой занимаюсь, но так как бы для себя. Проверить свои возможности.
Я вообще занимаюсь легкой атлетикой, но сегодня я не бегу по состоянию здоровья. Я пришла поболеть за ребят, посмотреть, как пройдут соревнования. А вот не обидно от того, что не можешь сегодня выступить, показать себя как-то? Очень обидно. Обидно. Досадно даже. Помимо самого лучшего спортсмена, выбирали и самую быструю школу. Командное первенство определяли по сумме 7 лучших результатов. Добавлю, что на этот забег собралось около 600 школьников. Будаменхоев, Юрий Шибаганов, АТВ. Сегодня в нашей постоянной рубрике «Здоровый образ жизни» мы представим вам умиротворяющие упражнения янтры-йоги или йоги-движения. Это йога тибетских лам, направленная на гармонизацию всех систем организма – тела, энергии и ума, что и позволяет понять свое истинное «я» и перейти к состоянию созерцания. Сложно? Расслабьтесь. Сейчас Сандан Лама вам все покажет. Я же с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Всего вам самого доброго. Самый нахуй это не то архит, мнодер будинга шажнанга. Янтр йога харухамная, ихинкидэнэмная пранаяма йога. Добрый день, уважаемые земляки. Сегодня мы к вашему вниманию будем представлять йогу, буддийскую йогу, янтр йогу, которую имеет свои корни, естественно, из Индии. Итак, начинаем. Первое упражнение называется Сурья Намаскар. Ноги на ширине плеч. Тело прямое. Наклон назад. От тела, речи и ума. Его ногу назад. Утягиваем тело на выдохе. Вдох. Делаем угол. Выдох. Делаем кобру. Вдох. Выдох. Исходное положение. Наклон назад. От тела, речи и ума. Склоняемся трем драгоценностям и усаживаемся. Позу лотоса, полулотоса. Спина прямая, язык к небу, плечи расслабленные. Закрываем большими пальцами на основании безымянного пальца. Таким образом закрываем на духовном уровне, как сказать, канал слабости. Оставляем указательный палец. Первое упражнение Сурья Намаскар для того, чтобы вытянуть сосуды. Четко представляем три канала. Красный, белый, синий. Поднимаем руку, закрываем красный канал правым указательным пальцем, вытянутым локтем наверх, для того, чтобы вытянуть сосуды. И мы на вдохе принимаем энергию в виде солнечных лучей левым каналом. Опускаем до нижней чакры через левый канал. Сжимаем сфинктер для убедительности, что энергия дошла до того места. Меняем положение рук, закрываем левым указательным пальцем левый канал, вводим правый канал, поднимаем и выталкиваем на выдохе через правый канал гнев, раздражительность, ярость. Таким образом выталкивают все проявления заболевания с правой стороны. Это правые почки, печень, правые легкие. Далее тут же на вдохе принимаем энергию от Бодхисаттв в виде солнечных лучей. Опускаем до нижней чакры, сжимаем сфинктер, меняем положение рук, вводим в левый канал, поднимаем и выталкиваем через левый канал. Эмоциональные колебания, как обидчивость, уныние, печаль, то есть все виды слабости, так как с этой стороны у нас самый чувствительный орган сердца, да? Таким образом можно добиться гармоничного состояния разума. И все вот эти эмоциональные проявления, они проявляются на фоне неведения. И следующая техника
устранение неведения проводится таким образом. Боковыми каналами, очищенными уже, принимаем энергию в виде солнечных лучей, опускаем до нижней чакры, снимаем сфинктер, вводим центральный канал, поднимаем и выталкиваем в виде черного дыма с при этом наклоном вперед. Спина прямая, язык также к небу. Принимаем энергию от бодхисаттв. Вдох и выдох абдоминально полный и выдох полный, полностью выдыхаем. И если время позволяет, можно в этом состоянии покоя находиться для начинающих не более 3 минут. Таким образом мы растянули не только мышцы, сосуды. Данная техника называется 9 ветров очищения. Дальнейшие наши занятия будут направлены на то, что учиться уметь принимать именно энергию от природы, не только природы, и делиться от будд и бодхисаттв энергии на дыхании. Всего вам доброго, здоровья, занимайтесь над собой, занимайтесь 3 субстанциями: телом, речью и умом. От тела, речи и ума. Благодарим 3 драгоценности.